купили уже более 6000 раз. Да, переиздание. Я надеюсь, что с перемещением в еврейский музей и в центр толерантности библиотеки Шнеерсона, которая, безусловно, представляет не только интерес, но и огромную ценность для еврейского народа, и не только для российских евреев, но и проживающих в других странах мира, закроет эту проблему окончательно. С перемещением в еврейский музей и в центр толерантности.